поисках засады пришлось сделать два круга по возможным местам спавна этого события по территории реки Дакота. В итоге все-таки повезло. Напомню, что это событие свободного режима, спавнится в любое время суток, то есть полный рандом. Как в случае с собакой из вчерашнего дейлика. Метками отметила возможные точки спавна засады. Желаю вам удачи в поисках. Cut these ropes, you hear? Thank you.